Привет, дорогие друзья! Мы с вами идем в Фикс Прайс в городе Санкт-Петербург. Давайте смотреть, что тут нового появилось на этой неделе. Поехали! И вот какая новинка, просто бомба! Смотрите, настольное зеркало с подсветкой. 14 LED лампочек, 23 на 18 сантиметров размеры. Есть подставочка, 199 рублей. Кстати, они отличаются по цветам. Есть белая, бежевая и черная. И я, конечно же, себе такое купила. Работает все отлично. От 4 батареек работает. Свечение яркое, все отлично подсвечивает. Мне понравилось. Могу рекомендовать к покупке. Еще одна классная новинка. Вот такие пушистые меховые блокноты. Мягкий, пушистый, 199 рублей. Внутри клетка, есть закладочка, очаровательный, очень мягкий. Новые красивые стеклянные подсвечники по 55 рублей. Яркие, праздничные, красивые. Наборы для рукоделия по 199 рублей. В наборе пряжа, наполнитель, спицы, игла, нетканый материал и инструкция. Еще новинка за 55 рублей, клейкая лента для украшения подарка, для декор, для творчества, для скраббукинга. В наборе 3 ленты по 100 сантиметров. Выбирайте, много расцветок разных. Красивые такие штучки. Появилась новая никотиновая кислота экстра для волос, для укрепления волос, для улучшения внешнего вида полотна волос. Использовать один раз в 3 дня. 77 рублей такая никотиновая кислота стоит. Производит Россия. Новые наборы для декора появились вот с такими бантиками и ленточками. Вырезал слова. Новое детское мыло по 25 рублей, кусочек 60 грамм, в виде вот такого львенка, с экстрактом череды. Натуральное кокосовое масло для ухода за волосами, кожей лица и тела. 200 мл за 99 рублей. Читайте, пожалуйста, способ применения, как оно наносится на лицо, тело, как для волос использовать. Фабрика красоты производит, это Россия. Новый скраб маска 3 в 1 от чистой линии. Устраняет черные точки, матирует, улучшает цвет лица с маслом ши, цинком и глиной. Смотрите применение в качестве скраба, в качестве маски. 80 мл, 55 рублей. Новые шампуни от Тимати для мужчин 77 рублей, 385 мл. Шампунь с экстрактом имбиря есть. И есть вот такой еще вариант очищения и уход. Это шампунчик с морской солью. 77 рублей. Новая игра для детей, мема. Вот такие картинки из мультфильмов. Любимые герои. Король Лев. Правила, пожалуйста, читайте. Это интересная игра для развития внимания, памяти. Вот еще с тачками и с феями есть. Также смотрите, какие конструкторы с динозаврами. Можно собрать стегозавра. Вот тут есть информация про этого стегозавра, краткая. Мамонта можно собрать. Мамонт. И трицератопса можно собрать. Такой конструктор 99 рублей. Новые яркие футляры для очков за 99 рублей. Состав полиуретан, полистирол и сталь. Яркие, красивые. Новые перчаточки. Очень много перчаток завезли. Вот такие по 199 рублей. Интересно, они сшиты. Верхняя часть у перчаток такая, как пропитанная ткань, а ладошка мягкая, похожа на искусственную замшу. Внутри они с начесиком, очень мягкие и уютные. Вон какой начесик. Будут теплые перчаточки эти. Полиэстер и эластан в составе. Также вот такие привезли, смотрите, со стразиками. Рукавички тоже под искусственную замшу. Мягенькие, внутри пушистые, тепленькие. 199 рублей. Несколько расцветок, черные, коричневые,
Вот еще какая милота появилась. Смотрите, медвежьи лапки. 199 рублей такие рукавички. Внутри тоже есть слой вот такой вот подкладочки тепленькой. Несколько расцветок. Они манжетик на резиночке у них. Вот еще вариант варежек. Пушистые меховые варежки. Тепленькие. 199 рублей. Внутри, конечно, подкладочка. 100% полиэстер. Несколько расцветок на выбор. Очень уютные, мягкие. Думаю, будут очень теплыми. Новые шарфики хомуты. Смотрите, какая вязка у них ажурная. Это 100% акрил. 199 рублей. Много расцветок. Синие, серые, бежевые, молочные, голубые, мятные, черные. Носочки новые. По 77 рублей. Полиэстер 99%. И большой выбор расцветочек. И смотрите, какая еще красота. Это тоже носочки. У них есть точки на подошве антискользящие. 199 рублей цена. И это акрил 93%. Ну, вот эти вот игрушки, это просто милота. Можно в подарок кому-то. Нашла водичку за 8 рублей 30 копеек всего от Nestlé, газированная. Даже купила, нормальная вода, вкусная. Открывалки по 55 рублей. Вот такие из нержавеющей стали, полипропилена. И у них разноцветные петельки для подвешивания. Литые ножики 199 рублей и 99, я думаю, цены нету. У них литая ручка, 15 сантиметров длина лезвия у большого и у маленького 9 сантиметров. Такие ножи. Арахисовая паста за 55 рублей без ГМО, консервантов и холестерина. Посмотрите, какой хороший состав. Жареный арахис. Масло, соль и сахар в составе. Новые наволочки из пайеток. Вы посмотрите, какая красота. 40 на 40 сантиметров. 199 рублей. Такую наволочку легко можно подарить любителям единорогов. Вот это самое яркое. Пайетки меняются на серебристые. Есть вот такие с солнышком еще наволочки. Также цвет меняется на серебристый. И еще одна наволочка с фламинго. Наборы для творчества. Алмазная вышивка 77 рублей. В наборе канва. Палочка для нанесения. Диск и мозаика. Ну и инструкция, конечно же. Разные рисуночки можно выбрать. Новинка пледы 199 рублей 130 на 150 сантиметров. Посмотрите, фотопринт на пледе. Это какая-то неожиданная новинка, не было таких еще рисунков. К сожалению, открытых пледов не было. Не могу вам показать, что там за рисунок, что там за фотография. Но тут явно море, что-то деревянное такое, очень любопытно. Ну и другие яркие и менее яркие расцветочки появились. Можно повыбирать. За 149 рублей привезли дезодоранты невидимые. На четверть состоит из увлажняющего крема. Если вам интересно, читайте, пожалуйста, описание, состав. Новинка – заварочный чайник на 520 мл. Чайник стеклянный. Цена 199 рублей. Производитель обещает, что он со временем не потускнеет и не поменяет своего внешнего вида. Вот минус 20 до 150 градусов. Состав стекло. 199 рублей. Новинка в детском отделе – рукавички для детей на 4-6 лет. Внутри мягенький, и тут даже 19% шерсти в составе. Цена не указана. А еще какая милота, смотрите, для малышей. Вот такие варежки, оленятки. Цены не было, но, наверное, рублей 199. Кое-где торчат ниточки, но не критично. Можно отрезать. Читайте состав. Тут шерсти уже нет.
такая жвачка для рук. Ну, тоже не было, разные расцветочки. Новые полотенчики по 199 рублей. Это 100% хлопок, стирка при 40 градусах и делает Узбекистан. Несколько расцветок. Поверхность у них такая узорчатая. Неплохие хлопковые полотенчики. Новые чашки. Ручки с рыбочкой по 99 рублей. Такие блестящие, нарядные. Состав стекло. Хромопластичная резина. Сталь. 480 мл и до 90 градусов. Можно наливать мягкие. Нашла также игрушки мягкие по 199 рублей. Вот такая собачка, барашек, овечка и львенок. Если вам понравился мой обзор и он был для вас полезным и интересным, ставьте лайки и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие еще более интересные видео. Всем всего отличного и пока-пока!